красный или синий, а? Синий или что мне делать, я не знаю. Осталось мало времени. Так, красный, синий, синий, красный, кого как. Быстрей думай! Сережа, домой! Фух, значит, синий. Сынок, пошли домой. Вам обед приготовил уже полчаса, как стынет. Я машинку забыл! Забыли! Как таланта сестра называется Кра, так и наша програ. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Значит так, невеста, расписываемся вот здесь, под своей фамилией. А вы, жених, вот здесь. Прекрасно. Итак, милые мои, поздравляю вас с вашим первым кидаловым, а меня с трехкомнатной квартирой. По-моему, вам сейчас горько. Горько! Девушка, добрый день. Знаете, у меня новоселье, и друзья должны прийти в гости. А номера на квартиру нету. И главное, число такое счастливое, семерка, и нигде найти не могу. Да ладно. Да вы не поверите. Вот у нас семерки тоже не осталось. Вот все цифры есть, а семерок нет. Жаль. Хотя, знаете... Отдайте-ка мне. Ой. Моя дорогая, моя красавица, моя единственная, моя королева, солнышко мое. Я здесь. Я с тобой. Успокойся. Доктор, скажите, что с моим мужем? Мое золото. Моя красавица. У него начался бред. Ненаглядная. Боюсь, что мы ничем не сможем помочь. А и не надо помогать. Зачем? Не надо помогать. Он мне таким больше нравится. Моя красавица. Моя королева. Добрый день. Здравствуйте. Лейтенант Скворцов. Только что получена ориентировка, что была угнана машина, точно такая же, как у вас. Предъявите документ. Вот, пожалуйста. Угу. Что, не похож? Нет. Ой, извините, перепутал. Вот теперь тоже лицо. Счастливого пути. Спасибо. Обалдеть. Девушка, скажите, а у вас есть точно такое же, только М-ка? В зале посмотрите там. С ума зайди, ну и фантазия у человека. В зале я смотрел, там нет. Слушайте, значит, плохо смотрели. Ну да. Вы что, не желаете мне помочь? Нет. Вообще никакие рамки. Дайте мне жалобную книгу. А что такое? Я вам такое напишу. Да пожалуйста.
молодой человек, можно вас на секундочку? Мы уже закончили, поэтому будьте добры, посчитайте нас. Да, конечно. На золотом кольце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Выходи поскорей и задерживай добрых и честных людей. Она платит. Молодец. Кошмар. Одни убийства. Как страшно жить. Что за фигня такая? Ты что туда напихал? Ко мне, что ли? Ой, вот гребаные отдыхающие. Таскай тебе эти чемоданы. О. Слушайте, мужчина, вы можете успокоиться и молча выполнять свою работу? Могу. Молча в два раза дороже. Нет, тогда давайте так. О, я говорю, дал же Бог работку. Что я в школе дурак не учился. Я как баран таскаю эти долбанные чемоданы за этими гребаными отдыхающими. Вот. Мужик. Че? Грибок нашел? Да. И как называется? Так под березовик? Ну вот я тебя и нашел. Отвали. Мне столяр сказал, нужна береза для забора. А я неделю пил, совсем забыл, как она выглядит там. Спасибо, ты подсобил. Ну ты ступай, это я рубить буду. Грибок-то за... Чувствует Иванов? Плохо. Очень плохо. Как плохо? Он же на поправку пошел. Да. Но тут у нас вчера у главврача день рождения был. Так что сегодня все отделение чувствует себя плохо. У меня, кстати, тоже голова раскалывается. У вас таблеточки не найдется, да? Закройте рот. Все. Плохо. Очень плохо себе. Все чувствуют плохо. Мужчина. Вася, йокали мене.
твоей жене пристает, а ты сидишь хоть бы тебе что, по барабану все, уцелся свой кран. Сделай что-нибудь. Слышь, на, руки займи, не мешай кино смотреть. Все нормально. Хорошо, все. Что-то паук совсем опустился. А я ему говорил, нечего в ипотеку с головой лезть. Настоящий байкер живет в дороге, а не в двушке у МКАДа. Ну что ж, структура в норме. Оболочка плотная, я никаких отклонений не вижу, все в порядке. Спасибо, Альбертович, выручил. Сам выращивал. Ага. Надеюсь, урожай удался. Пойду еще к лаборантам сбегаю. Ну, пусть возьмут анализы на сахар. Потом угощу. Кто плохой работник? Это ты, никудышный директор. Поднимешь мне зарплату? Поднимешь зарплату? Настя, бубен! Ну, что происходит? Ну, мне психолог посоветовал снимать стресс на каком-нибудь человеке, которого я ненавижу. Ну, и вот эта груша, якобы мой директор, говорят, помогает. Ага. А, чё? Фу. Настя, бубен, Настя, бубен. Секундочку. Помогает, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, не подскажете, есть у вас какая-нибудь литература по воспитанию детей? А сколько ребеночку? Ребеночку. Сын у меня. 18 ему уже, понимаете? Ну, никакого сладу нет. Так поздно уже воспитывать-то, батенька. Это я понимаю. Ну, знаете, может быть, есть все-таки какая-нибудь литературка. Может, я чего-то не понимаю. Может, мне надо сделать выводы какие-то. Ага. Подождите мне секундочку, подождите. Вот смотрите, это американский психолог все очень доступно объясняет. Спасибо. Подождите. А вот это вот для вашего сына. Пусть тоже перечитает. Уверяю вас, там есть из чего сделать выводы. Спасибо. На чью фамилию записать? На мою. Внученька, дай мне, это... Я знаю, о чем вы. Секундочку. Это лекарство для памяти. Я вас правильно поняла? Точно. Точно. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Чистку ковров заказывали. Да, проходите. Ну и где же сам, так сказать, ковер? А, идемте на балкон.
и где, собственно говоря, сам ковер? Так там, внизу, нужно дотянуться и почистить. Иначе меня соседи убьют, когда с дачи вернутся. Они сушили ковер, понимаете? А мы с друзьями праздновали. Ну и как-то так. Добрый день. Здравствуйте. Я могу вам чем-нибудь помочь? Да, знаете, мне нужен крем для лица. Так смотрите, какой у нас выбор. Сплошной крем для лица. Да, я понимаю. Вот, ну, такое разнообразие, что я прям даже, честно говоря, не знаю. Ну, может быть, что-то на ваш вкус, а? На мой вкус? Да. Момент. Сейчас мы вам все подберем. Спасибо. На мой вкус. Так. О! Гадость. Нет. Вот это вот ни в коем случае. Никогда. Это вот вроде как что-то посимпатичнее. Ну, посмотрим. Ну, получше, конечно, но тоже не шедевр совсем. А ну-ка, вот это же такое у нас коричневенькое, темненькое. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. М? А вот это хорошо. Вот это шоколадненький. Немножечко с горчиночкой, но очень даже ничего. Вот это берите. Берите, берите. Хороший крем. Нет? Не, спасибо. А чего? Ну что ж, резюме у вас замечательное, но, к сожалению, вы не подходите на должность системного администратора. Ну почему? Ну как почему? Вы интеллигентный, аккуратный, опрятный, приятный собеседник. Вы вообще о чем думали, когда сюда шли? Да-да, водить. Да и тазом. Илья, сисадмин нужен? Вот. Самый настоящий сисадмин. Вы нам подходите, берем. Подготовленным надо приходить на собеседование. Угу. Категорически вас берет. Скажите мне, пожалуйста, а вот я за 100 рублей до Большой почтовой доеду? Ну, почему нет? Отлично. Эй, молодой, красивый, ты зачем уселся? Я же это спросил. Вон, видишь остановку? Это не просто остановка, это автобусная остановка. Садишься на автобус, доезжаешь до метро, на метро до станции Бауманская, там на маршрутке до Большой почтовой, я думаю, 100 рублей и уложишься. До свидания. Счастливого пути. Красился месяц багрянцем, и волны бушуют у скал. Поедем, красотка, кататься, давно я тебя пожидал. Опа! Это что-то я не поняла. Вы что, все заснули, что ли? Алло! Друзья мои, просыпаемся давайте. Машинисту еще полночи ехать, а его в сон клонит. А ну-ка давай все местенько, дружненько, поехали. Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал. Брось. Брось, командир. Держись. Держись. Брось, командир. Умоляю. Брось, не дойдем. Посадись. Все. Все. Достал уже.
Все, бросаю. Смотри, бросаю, все. А в пачке? А в пачке, на, вот, последняя была, все. Все, завязал. С этого дня новая жизнь, все. Ага. Пошли. Внимание, отправление поезда Воронеж-Москва задерживается еще на 30 минут. Повторяю, отправление поезда Воронеж-Москва задерживается еще на 30 минут. Серега. Эдик. Здорово. Привет. Ты какими судьбами? Да вот в командировку приезжал. А что ты мне не позвонил? Мы покуражились, бухнули бы. Я у любовницы останавливался. А сейчас, значит, домой к жене. Ага. Отправление поезда Воронеж-Москва задерживается на 1 час. Блин, ну что ж такое-то уже? В третий раз задерживаю. Я тебе покажу, гад, как меня бросать. К жене он решил вернуться. Шиш тебе. Поезд Воронеж-Москва сегодня вообще отменяется. Поезд Воронеж-Москва сегодня вообще отменяется. Слушайте, ребят, мы столько лет не виделись. Я думаю, за встречу по водочке, а? Ой, я жена за рулем. А. Да я тоже на машине идешь. Ну, а ты, Лех? У тебя же этот дядя в ГАИ работает. Чего ты боишься-то? Да нет, мне еще жену от тещи забирать. Ребят, ну мы с вами не виделись столько лет. Последний раз мы виделись на выпускном в школе. Неужто не вмажем за встречу? Не, ну я бы сюда... Ты же меня знаешь. Ну ты же... Ну не хочется машину здесь оставить. Ну давай по пивку хотя бы, а? Ну сказал бы раньше, мы бы без машины приехали. Ну конечно. Ну, давайте пить сок. Ребяточки, в общем, ладно, я как бы была всех рада видеть, но не надо. В общем, до встречи. До встречи. Пока-пока. Пока. Слушайте, мальчишки, ну, мне вообще-то тоже пора. Да я тоже пойду. Надо еще машину прогревать. Ладно, Эд. Давай, Федя. А так. Эд, я за тещу. Пока. Тещу. Жене привет передавай. Опять я без навара. Одноклассники называются. Простите, а вы куда собрались? А расплачиваться кто будет? Что ты сказал? А ну вдохни. Куда ты пошел? Иди сюда. Иди сюда. Сюда, дядя. Иди сюда. Таланта сестра называется Кра. И наша программа 6 кадров. Время быстро несет, и на все эпизоды нам дает режиссер 6 кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри 6 кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так люблю.